Всем привет! Очередной карандаш из Поднебесной на нашем разборе, хотя он запрессован и не разбирается. Ну, погнали! Итак, очередной карандаш из Китая. И это не просто карандаш, это, конечно, нечто. Самолет, я бы даже сказал, среди карандашей. Потому как он очень длинный. И в длину он достигает 17,5 сантиметров. А еще он необычайно тонкий. Он у нас 6,5 миллиметров в толщине. Что же мы имеем здесь? Здесь такие веселые единорожки. Есть такой же с пандами, с разными другими зверятками, с коалами, по-моему, есть. Здесь для детей будет опасен сам колпачок, он не продувается. То есть как бы для маленьких детей это будет опасно. Здесь есть один стержень и должен быть еще один антрахтит. Но пока мы его не видим. Вот он. Все, больше стержней здесь нет. Два стержня — это маловато. Бывали модели на 0,5 и побольше стержней. Ну ладно, хотя бы спасибо, что есть столько. Здесь снимается клипса. Здесь откручивается носик или не откручивается, нет, сидит плотненько, наверное, не разбирается вообще, хотя в принципе зачем ему разбираться, нет, насажен плотно, ломать не хочется, но тем не менее на сегодняшний день это, по-моему, самый интересный вариант. До 50 рублей даже. Стержень HB. Скорее всего. Трудно сказать. Но не мягкий однозначно. Носик не прячется. Ну, вот такая вот чудо-штука. Всем, кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал и оставляем комментарии. Всем пока!